Здравствуйте! В эфире специальный выпуск на канале ЛДПР ТВ в студии Ольга Илларионова. Сегодня день рождения выдающегося политика, председателя старейшей в России партии, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. И наш праздничный эфир посвящается Владимиру Вольфовичу. Владимир Жириновский родился спустя год после окончания Великой Отечественной войны в Казахстане, тогда еще столице республики, в городе Алматы. Впервые как политик Жириновский заявил о себе в мае 1988 года, когда выступил с блистательной речью на съезде Демократического Союза. Однако прежде чем произошло это историческое событие, будущий лидер ЛДПР получил образование в одном из ведущих вузов страны – в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Вот как Владимир Жириновский вспоминает свой первый приезд в Москву со школьной экскурсией. И вот 3 июля... Я сел, билеты были относительно дешевые. Пойдемте к нам. Да. Чемодан старый, вот такой. Ну как старый? Это только такие были. С железными набойками на углах на всех. Для прочности. И стандарт по всей стране. Вот чемодан. Чуть больше может быть, чуть меньше, вот такой. А клубника была сейчас как раз там, в Алмате. Ну мама знаешь, там начальникам чиновник дать, подарить. Говорит, возьми. Лукошка с клубникой, могут там приемную комиссию дать. Ну я думал, что это, таскать. Я сдал в камеру хранения, сдал. А потом к родственникам приехал, там жена брата чуть с ума не сошла. Она же не холодильник, камера хранения. Да, помидорки там были еще какие-то свежие, но новый урожай. Ну и поехал только с чемоданом. Приемную комиссию. Вот, как бы, начало жизни. Вот этот манеж, 17 лет, 63 год. С классом приехал на экскурсию. Пустая Манежная площадь, были троллейбусы, которых сейчас нет. Никто не знает троллейбусы. Они были более уютны. Сейчас вообще троллейбусы убрали отсюда. А тогда были троллейбусы, он шел, огибал здесь. А вся Манежная была пустая. Я шел сверху, прямо туда, в институт. И вот в 64-м поступаю, сегодня годовщина, 55 лет. Назад это было. Приехал 18-летний юноша. Володя, мама звала Володя, кто-то звал в классе или сестра Вова. Что-то Вова мне не нравилось имя. Володя. Вот. Начал здесь вот с 3 июля 64 года. Вот так было 56 лет назад, 63 год. Вот так мы были. И какая стала Москва, и какие стали мы. Либерально-демократическая партия России в прошлом году отметила юбилей – 30 лет со дня своего основания. Все эти годы ее бессменным идейным вдохновителем и руководителем был и остается Владимир Жириновский – депутат Государственной Думы всех созывов. За это время Владимир Вольфович заслужил истинное уважение и любовь россиян. Люди его считают настоящим народным избранником, который всю свою деятельность политика посвятил отстаиванию интересов россиян. Уважаемый Владимир Вольфович, поздравляю вас с днем рождения. Здоровья вам крепкого, удачи. Желаю вам на этом поприще еще многие-многие лета. Поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего и процветания нашего государства и страны. Владимира Вольфовича с днем рождения. Желаю счастья, успехов в политической арене и в жизни. Поздравляю с праздником, конечно. Желаю здоровья, всех благ, успехов на политической арене. И вообще, в принципе, в жизни. Вот, ну, неординарный политик, скажем так. Еще раз поздравляю. Жириновского, дай Бог здоровья, счастья, удачи жизни. И побольше политики, разумной для народа. Поздравляю Владимира Жириновского с его днем рождения. Желаю ему счастья, успехов в карьере. Мне нравится его политика. Я вообще всеми руками за Жириновского. Только Жириновский. Я только за Жириновского. С днем рождения, Владимир Вольфович. Счастья, здоровья, долгих лет. Вперед так держать. Желаю здоровья, счастья, семьи, внуков. Вот, с днем рождения. Владимир Вольфович, поздравляю вас с днем рождения. Здоровья, счастья, успехов и всех благ. Очень хороший человек. Владимир Вольфович, мы от всей души поздравляем вас. Мы живем рядом, там он Луков переулок, мы живем рядом. Здоровья вам и счастья, и поправляться, и никогда не болеть.
Владимир Вольфович, ну самое главное – здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Сердечно поздравляем Владимира Вольфовича Жириновского с днем рождения. Желаем ему оставаться всегда таким же интересным, креативным оратором, а также желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Владимир Вольфович, с днем рождения! Дорогой ты наш человек! Человечище! Ух! За 30 лет существования ЛДПР при ее активном участии Государственная Дума приняла немало резонансных законопроектов, которые стали законами. Это и включение полуострова Крым в состав Российской Федерации, возвращение выборов для губернаторов, запрет для чиновников иметь счета за границей, запрещение усыновления детей из России иностранцами и многие другие социально значимые для россиян и страны законы. Несмотря на импульсивный характер и порой резкую реакцию, глава партии всегда готов подставить плечо и дать совет. С теплотой вспоминаю те года, которые я провел в Государственной Думе, и выражаю благодарность за то, что вы дали мне такую возможность быть депутатом Государственной Думы. Сейчас, уже находясь на посту губернатора Хабаровского края, я понимаю и чувствую, какую я получил школу, находясь рядом с вами. В этот праздничный день я хочу вас искренне поздравить с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья и самое главное, желаю вам, чтобы вы оставались всегда на том, на своем посту, на котором вы сегодня находитесь. Вы для нас сегодня являетесь символом и маяком, на который мы ориентируемся. С днем рождения, уважаемый Владимир Вольфович. Дорогой Владимир Вольфович, я от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Высокая образованность, честность, порядочность, кипучая энергия, искренняя близость к людям. Ваши визитные карточки. Вы узнаваемый и любимый народом лидер. Люди верят вам и готовы идти за вами. Я желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, новых политических побед и всего самого-самого лучшего. Дорогой и глубоко уважаемый Владимир Вольфович, в этом году, к огромному сожалению, на расстоянии от всей души в очередной раз поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю, чтобы как можно дольше, как можно надежнее вы были вместе с нами во главе мощнейшей политической силы страны, либеральной Демократической партии России. Сегодня весь мир пребывает в сложном положении. Люди вынуждены сидеть дома, на планете царит экономический хаос, резко сокращаются рабочие места. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции, которая буквально за считанные месяцы охватила весь мир. Но даже в таких тяжелых условиях Владимир Жириновский продолжает работать. Лидер ЛДПР пообщался с избирателями по видеоконференции. Политик ответил на многие вопросы, волнующие россиян. В частности, рассказал, чем плоха многопартийная система и почему ЛДПР не хочет объединяться с другими фракциями. Когда 3-4 партии, трудно принимать решения. У любого вопроса только два решения. Строить, не строить, делать, не делать. Помогать, не помогать, давать, кредит, не давать. Какое ему быть третье решение, четвертое? Насчет объединения тяжело. Яблоко – проамериканская партия. Она создана из-за рубежа. Это вот как партия Порошенко на Украине или этого вот нашего комика, как его фамилия? Зеленского. Поэтому это не годится. Коммунисты тоже. Они упертые, у них все в голове. Ленин, Сталин. Поэтому должна быть прокремлевская партия и вот ЛДПР. Пожалуйста, пускай вступают, кому нравится прокремлевская какая-то, у него другое будет название, ЛДПР. Если другая потянет на вторую, но мы же не можем с коммунистами, чтобы коммунисты были вторая партия. Мы что, назад пойдем? Это исключено.
Поэтому вперед идти можно только вот в формате двух партий. У Кремля достаточно ресурсов, чтобы была его прокремлевская партия. И ЛДПР достаточно сильная, чтобы стать второй партией. Когда станете президентом? Ну, в 24-м году выборы. В 7-й раз пойду. 6 раз мы с вами не сумели мобилизоваться. Может быть, в марте 24-го? Это от вас зависит. Впереди еще 4 года. 21-й, 22-й, 23-й. Ну, еще 20-й не весь кончился. Ровно 4 года еще. Мобилизуйтесь все под меня. Ведь Зюганов – это прошлое, он сам не ходит, миллиардеров выставляет перед собой. Давно уже не коммунисты. Обманули нас всех с коммунизмом. Поэтому я ведь ровесник Трампа, а он президент США. Пелоси, руководитель Палаты представителей, старше меня. Джо Байден старше меня. Так что у меня достаточно здоровья, чтобы в 2024 году стать президентом. Владимир Жириновский понимает, как непросто всем существовать в режиме самоизоляции. Лидер ЛДПР придумал и запустил всероссийский флешмоб «Здоровая Россия». К его идее моментально присоединились коллеги по партии. Через пару часов флешмоб охватил все регионы России. Блестящий аналитик, предсказания которого войдут в летопись как пророческие, не ошибся и на этот раз. Флешмоб от Владимира Жириновского равнодушным не оставил никого. Давайте посмотрим, как это было. В комнате нельзя же в квартире фитнес-центр организовать. А вот такой тренажер поставить можно. Вот, значит, я могу это вот упражнение. Поднимаю груз. Нагрузка на весь плечевой пояс, на руки, на пресс. Вот, или вот здесь сидя, напряжение. Чтобы застоя не было. Мы же ходим, не ходим, сидим. И вот нагрузка на все мышцы. Плечевой пояс, руки, бицепсы, трицепсы, ноги. То есть очень много вариантов. Коллектив ЛДПР-ТВ от всей души поздравляет Владимира Жириновского с днем рождения и присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям в честь именинника. Здоровья вам, сил и успехов в решении ответственных задач, которые вы решаете на благо России. К этому часу у меня все новости. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До свидания.